Есть? Я? Я здесь вот. Вот это вот. Все. И высылайте мне все, что вы считаете нужным. Я его сначала, сразу же, в тот же день размещаю в электронном виде, а потом, когда мы начнем бумажное, чтобы я не сделал той ошибки, которую я сделал туда. Но вы мне тогда в электронном виде не давали. Ну, я не помню, что мы сейчас придумали. И можно вас распечатать на листиках? У меня принтер ужасный. Почему нет? Там бухгалтерия. А обычно я там что-то считаю? Я не знаю. Но у меня вы ничего не увидите. Вот. Ну, если вас устраивает, вот полосы вот такие. Устраивает, устраивает. Наберите украинское право. Украинское право. Там конкурс объявили американцы. Хотят себе гости позвать. А, еще я хотел вам оставить вот такие вот визитки, смотрите. Вот это называется «Преображение Украины». Слышали вы за такую организацию? Я не знаю даже, слышали, не слышали. Украинская правда. Там американцы в конкурсе. Вот это аналогичный журнал. Украинская правда, интернет-выдание, да. Вот это. На самом режиме можно. На самом. Вы посмотрите, там же там уже конкурс. Можно его взглянуть? А у нас здесь, наверное, смотрите. А тут как-то его развернуть нельзя? Да бог его знает. Может оно по страничкам открыть его? Чего так есть, потому что.